Всем привет! Это Crazy Cat. Сегодня мы будем делать очень милые елочные игрушки, печенюшки-пингвинюшки. Для работы нам понадобится полимерная глина соответствующих цветов, микробисер, он же бульонки, фимогель, зубочистки, инструменты, стейки, лезвия, катеры. Раскатываем пласт ванильного цвета и катером вырезаем кружочек. У меня самый крупный катер оказался маловат, поэтому я взяла чуть больше него по диаметру крышечку. Приминаем, округляем края и хорошенько проходимся по печенюшке щеткой, придавая текстуру. Тонируем краешки, делая поджаристую корочку. Для крема я раскатала пласт нежно-розового и фиолетового цветов на 3-4 деления тоньше, чем основа. Вырезаю кружочки и укладываю крем на печенье. Аккуратно сглаживаю края и слегка прикатываю скалкой, чтобы сравнять крем. Теперь из черной пластики нужно вырезать основной силуэт пингвинчиков. Я это делаю на глаз, а вы можете заранее нарисовать трафарет и вырезать по нему. Из тонко раскатанной пластики белого цвета вырезаем внутреннюю часть силуэта пингвинчиков. Тут нужно имитировать только голову и брюшко. И соединяю с черным основанием туловища. А теперь пускаем в ход нашу безграничную фантазию. Первый пингвинчик будет у меня в розовом шарфике с озорными пушистыми наушниками. Вырезаю шарф и, скатав тонкую колбаску фиолетового цвета, нарезаю на кусочки и прикладываю эти кусочки на шарф, создавая некий рисунок. Из тонкой полоски черного цвета делаю ободок наушников и два розовых пушистых помпона наушника. Из двух черных шариков делаем глазки, а из пластики ванильного цвета вырезаем треугольник и делаем носик. Носик выкладываем самой длинной стороной кверху. Тонируем носик оранжевой пастелью и розовой пастелью рисуем морозные щечки. Второй пингвинчик будет у меня в шарфе и шапке. Вырезаем полукруг и укладываем белые полоски по диаметру шапочки и там, где должна быть резинка. Взрыхляем белую полоску и резинку на шапке. Третий пингвинчик будет с бантиком. И не забудьте про снежинки. Белой жидкой пластикой я рисую снежинку и катаю маленькие белые шарики. Прижимаю их стеком и получается снежок. Так как наш пингвинчик полный рост, то помимо носика мы добавляем ему два треугольничка лапки. Вырезаем скальпелем острый овал, вырезаем посередине полукруги и загибаем края к середине. Получится бантик. В центр на фимогель выкладываю микробисер, капельку фимогеля на место, куда хотим перенести бантик, и переносим. Не забываем делать отверстие под веревочку. После того, как наши печеньки запеклись, нужно обработать обратную сторону. Я смазываю ее фимогелем и накладываю тонкий пласт ванильного цвета. Выравниваю и сглаживаю стыки. Щеткой придаю текстуру и тонирую края. Так у нас получается двухстороннее округлое печенье. Запекаем. Продеваем веревочки, покрываем лаком и все. Наши очаровательные печенюшки-пингвинюшки готовы.
Целый комплект новогодних елочных игрушек может стать прекрасным подарком вашим друзьям и близким и даст повод лишний раз улыбнуться и сказать друг другу «спасибо». Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и сумасшедшего вам вдохновения. Пока! This is...